Вы думаете, я сейчас сижу в лесу? А хуй там плавал? Я в огороде сижу у себя. И в чем прикол? На диване. Трава уже выросла, я ебал. Уже скоро косить придется, и косить придется дохуя. Хорошо, что мы практически в огороде в этом году, ну, немного садили. Одну, может, пятую огород засадили, там убрали, а вот тут вот такая вот поебень. Не поебень, а трава. На видео кажется, как будто ебать, пиздец, нахуй. Тут метровая трава. Но нет. Сантиметров 40, не более. Вот кайф просто. Вот посидеть на этом диванчике, покайфовать, особенно сейчас температурка поднялась. 24 в тени обещают. Я хуй там знает точное значение температуры, но просто по кайфу сидишь, чилишь, отдыхаешь. Если, например, играть на фрэмпе заебало, я ухожу, посидел. Почему я не езжу сейчас на мотоцикле? Я мог бы, да, сесть, поехать, он, типа, там бензин есть, все, заебись. Но я вот заболел, как сейчас вот только отболеваю. Я бы с радостью при такой погодке выехал покататься, но нет. Все катаются, а я сижу дома. Ну, понимаю, что если я сейчас выйду кататься, еще будет хуже, и еще дольше я просижу дома. Вот сейчас отболею, и можно уже будет кататься. Но, блин, в чем-то прикол. Я вот только начал заболевать, и вот такая охуенная погода начала быть. Изначально было там 13-14, когда я катался, не болел, градусов. Сейчас у нас 24-25 плюс-минус каждый день. Ну, везет, блядь. Я первый раз, когда заболел, было, ну, когда катался, было 10 градусов. Потом заболел, помню. И у нас под плюс 30 было, плюс 32. Я думаю, чего, блядь? И сейчас эта история повторяется. Тепло, но... пиздец. Ну, хоть почилить можно. Отдохнуть на диванчике. Свежим воздухом подышать. Не то, что в городах, а в больших, там, ебать. Свежего воздуха нет практически нигде. А здесь свежий воздух, трава, там, блядь, что еще можно сказать, вишня растет, которая еще... которая растет. Объясню. Просто мыслей никаких нет. Хочется просто отдохнуть и все. Удачи всем, ребят.